что я не буду с тобой, если ты не возражаешь про удобрение, дискутировать. Хорошо. Я лишь скажу, что с подобным поливом в Белоруссии дело обстоит несколько хуже. Не сказать, чтобы плохо, но не так шикарно, как в Азербайджане. Зато и школа там попрочнее, скажем так. Она более давняя, эта школа. Одна только олимпийская чемпионка Марина Лобач, чего стоит. Первая советская олимпийская чемпионка, между прочим. И вот продолжательница дела Белорусской школы художественной гимнастики Мелитина Станюта. Браво. Вот это да, красиво. Она уже пробовала этот элемент, но он не так шикарно получался. Да, да, да. Уникальное обращение у этой девочки. Чем-то она на Веру Сосину похожа. Но для дебюта на таком серьезном старте, как чемпионат мира, я считаю, что очень достойное выступление. А я скажу больше. Этот дебют вполне может оказаться медальным. Просто исходя из того расклада сил, который мы... мнение о котором мы составили за последний год, а также исходя из результатов квалификации, напомню, что в обоих сегодняшних видах предварительный турнир завершился тем, что первые три результата показали российские гимнастки, а Мелитина Станюта четвертой была. По крайней мере, в упражнении со скакалкой, с обручем у нее была шестая оценка, там ее Гараева превзошла, но до этого еще далеко. А пока она соревнуется уже не с Канаевой Кондаковой Капрановой, а с Канаевой Кондаковой. Бессонова своей ошибкой подставилась. Гараева своей ошибкой подставилась. Словом, у Станюты превосходный шанс выйти на третье место, однако она его не реализовала. Ее результат пока четвертый. Но лиха беда начала. Конечно. Начинать сразу с такого места это... Третий пока Анна Бессонова. Вот это да.